Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Лариса Леонидова, и сегодня в программе «Психолог и я» мы поговорим с вами о сильных женщинах или о таком психологическом сценарии «Все сама». Начало. Прекрасная девушка мечтает о прекрасном юноше. Они встречаются, романтический период влюбленности, цветы, конфеты, подарки, и вместе очень хорошо. И она начинает мечтать о их совместной, обязательно прекрасной жизни. Такой план рождается у нее в голове, которым, ну, чаще всего она со своим спутником не делится. И дальше развитие сюжета, цветы, подарки, свадьба. Все замечательно. Ну и через какое-то время абсолютно естественным образом восторженный период романтических чувств потихоньку сменяется обычной жизнью. И, ну, может быть, в какой-то из выходных дней мужчина решает помочь своей любимой женщине утром помыть посуду, ну, а потом собраться и пойти гулять. Он берет красивый, такой практически невесомый сервиз, с которым они пили чай или кофе с утра, и несет его, чтобы помыть. Женщина видит, что он несет как-то неправильно, очень неосторожно. И когда он начинает мыть, она замечает, что он мыет, ну, не так, как она. А значит, неправильно и не идеально. И поскольку сил еще достаточно много, и хочется, чтобы вся картинка была красивой, праздничной, идеальной, она говорит ему замечательную фразу. «Оставь, я сама». Вот здесь как раз и происходит зарождение такого трудного, болезненного и очень конфликтного сценария. Сценария «Я сама». Она понимает, что чтобы было все хорошо, идеально, а это равно так, как она себе представляет, и все нужно сделать самой. Поначалу она даже пробует привлечь мужа к построению их идеальной совместной жизни. Ну, отправляет в магазин за покупками. Он принесет или не все, или какие-то продукты забудет. Расстраивается, пишет список. Он даже со списком выполняет что-то неправильно. А для женщины неправильно купленные продукты – это не неправильно купленные продукты. Это расхождение с той идеальной картинкой их идеальных отношений. То есть, по большому счету, это угроза их чувства. Естественно, что это вызывает страх, тревогу, волнение, и появляется мысль, чтобы все было хорошо и чтобы наши отношения продолжали быть идеальными, я и это тоже должна делать сама. Все делать самой нереально. От этого устаешь, от этого обижаешься, и от этого накапливается злость. И постепенно основным, главным чувством в душе появляется усталость, злость и раздражение. А поскольку, ну, по большей степени именно женщина эмоциональный центр семьи, то мужчины замечают, что его близкий, его любимый, его родной человек все время в его присутствии усталый и раздраженный. И чтобы как-то помочь разрядить ситуацию, он понимает, что что бы он ни делал, какие бы усилия ни прикладывал, все равно все идет не так. Тогда он решает не делать вообще ничего. Ложится на диван, но на диване он тоже будет лежать неправильно. И вот здесь как раз сценарий может пойти по очень проблемной линии развития. Он понимает, что сам факт его присутствия вызывает у близкого, любимого человека напряжение. Вообще начинает уходить. Он становится физически чуть дальше от женщины. Он стремится больше времени проводить на работе, может быть, больше времени посвящать какому-то своему увлечению. И женщина замечает, что их отношения как-то меняются. Близкого человека рядом бывает крайне мало. И это тревога, это переживание, это ощущение, что ты делаешь неправильно, а делаешь много. И делаешь изо всех сил, стараясь быть очень хорошей. И вот здесь бы как раз, наверное, снизить контроль, перестать пытаться быть такой идеальной. Но, увы, происходит еще одно развитие, и именно приводящее к напряжению, иногда и к драме в отношениях, женщина, напротив,
увеличивает контроль. И тогда она уже контролирует не только их дом, покупки, приготовление еды, воспитание детей и так далее. Она начинает контролировать мужчину, причем во всем. Что ему одеть, что ему есть, что ему смотреть, как заботиться о своем здоровье. Она может начать давать советы и даже как ему вести себя на работе, как ему обращаться с друзьями или родственниками. То есть желание контролировать разливается практически на все. Естественно, что это со стороны мужчины вызывает злость, агрессию, напряжение и желание сделать дистанцию все более большой. Что делать, чтобы этот сценарий, ну, как минимум, прекратился? Прежде всего, наверное, нужно разрешить себе не быть идеальной. Нужно понять и признать, что это нормально уставать. И это нормально просить о помощи и поддержке. Не требовать, не обижаться, не приказывать, не говорить, а мог ли бы ты. Скажите просто, сделай, пожалуйста. Вот на такую простую просьбу о помощи, когда есть возможность или согласиться, или не согласиться, мужчины соглашаются, как правило, гораздо чаще. И еще, может быть, стоит понять, что лучше быть не слишком идеальной, но счастливой, чем измотанной, уставшей, измотавшей себя и близких, и все еще стремящейся к идеалу. И очень важно еще научиться быть мужчиной благодарным. Благодарным за то, что он делает и дает, а не обижаться за то, что он мог бы дать, сделать, а не делать. И если научиться чаще просить о помощи и чаще благодарить, то это скорее приведет вот к той идеальной сказке, о которой мечталось в самом начале. Уважаемые телезрители, если у вас появились вопросы, пожалуйста, задавайте их по адресу электронной почты, которую вы видите на своем экране. Берегите себя и своих близких. До свидания.